В июле текущего года в Уголовном кодексе появилась статья 280 прим. 4. Ей установлена ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, либо воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации. Частью 1 предусмотрено наказание. Штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы от 2 до 4 лет. Частью 2 предусмотрена уголовная ответственность за те же действия группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего должностного положения или с использованием средств массовой информации. В этом случае наказание будет в виде штрафа от 300 до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы от 3 до 6 лет. Часть 3 данной статьи предусматривает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью 1 либо 2 данной статьи, совершенное организованной группой. В этом случае наказание будет в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. При назначении наказания суд будет учитывать данные о личности лица, совершившего преступление, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства дела.